Гостей торжественного вечера, посвященного 50-летию Одинцовской детской музыкальной школы, встречает духовой оркестр. Дирижирует Станислав Железнов, бессменный руководитель, без малого 30 лет. Сложно сосчитать, какое количество музыкантов в разное время играли в оркестре, созданном практически одновременно с открытием первых инструментальных отделений школы. Детки, которые нашу школу закончили, и те, которые играли в оркестре, нас не подвели. Сегодня являются и банкирами, и журналистами. Юбилейный концерт – повод вспомнить о том, как все начиналось. Первым директором школы была Тамара Дранишникова, затем Олег Надеждин. При нем учреждение переехало из пятиэтажки в Отрадном в заезжий дом купца Сорокаумова на Можайском шоссе. В этом здании школа находится по сей день. Более 25 лет руководящий пост занимала Галина Федоровская, а в 2016 году директором стал Сергей Шаповалов. Я выходец. Сергей Владимирович, вы этого не знаете, из этой же школы. В 1977 году молодым специалистом я пришла в детскую музыкальную школу, которой тогда руководила, как раз сегодня вы рассказывали, Тамара Александровна Дранишникова. В торжественной обстановке под аплодисменты гостей и зрителей герой России Лариса Лазутина вручает благодарственные письма Московской областной думы Татьяне Ткачевой, Наталье Пивкиной, Людмиле Караваенко, Светлане Виноградовой, а также поздравительный адрес всему педагогическому коллективу в лице директора Сергея Шаповалова. Лариса Евгеньевна приложила немало усилий для развития этого образовательного учреждения. Мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене и с огромным удовольствием выразить слова искренней благодарности руководителям и педагогам нашей музыкальной школы. Поздравления сменяют музыкальное выступление, солисты и ансамбли, хоры и вокалисты. В день рождения школы незабываемая программа, хоровые коллективы, весенние голоса и добрые молодцы, яркое дарование, пианист Александр Будулев, а также выпускник преподавателя Ольги Ефремовой Георгий Абросов со сказочной, нежной, невесомой и завораживающей флейтой пикколо. Это было незабываемое время. Ольга Адольфовна – потрясающий педагог. Именно она привела мне любовь к музыке. Это мой первый и самый любимый педагог. Любовь к музыке – это не громкие слова, это образ жизни, философия. Неудивительно, что многие выпускники приходят в школу уже преподавателями. Поздравления от главы района Андрея Иванова передает заместитель руководителя администрации Виталий Савилов. Слова благодарности звучат от председателя комитета по культуре и спорту Олега Демченко. Своих педагогов в день рождения школы поздравляют и ученики. Своей любимой школы мы хотим пожелать дальнейшего процветания, хороших учеников. И мы очень любим нашу школу. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы в жизни у вас все было хорошо, жили вы долго, и было у вас много денег и много хороших учеников. Самым лучшим подарком для учителя является успех его воспитанника. Ежегодно одинцовские музыканты становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Школа живет, пока звучит музыка. А дорога длиной в полвека – это только начало большого творческого пути. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».